Привет, дорогие друзья! Сегодня в Искитиме минус 47. Хотел сегодня на рыбалку ебануть. Да что-то передумал в такую погоду. Смотрите, туман стоит аж. Ну так-то ништяк на улице. Ну передумал я в такой мороз на рыбалку. Сходил пешком до магазина. Купил курочку. Пузыречек. Сейчас это все дома приготовим. Накатим. Вас, кстати, ребята, с наступающим праздником. Желаю всем здоровья, отличного настроения. Фу. Ну, руки замерзают сильно, телефон держать. Машину не стал заводить. А как морозы начались 4 дня назад, я аккумулятор совсем вытащил. На работу эти дни пешком хожу. Вот в такую погодку в банке париться хорошо. А потом в снег прыгать. И снегом натирать спину, грудь. Потом болеть не будешь никогда. Вот так, ребята. Нет, так-то красота вообще неописуемая. Ну, еще эту неделю обещают, морозы такие будут стоять. Больше 40. Потом опять потепление. Вот. Венца тут взял. Водочку себе. Ну, короче, вот такие дела, ребята. Ладно, будем отключаться, а то телефон еще замерзнет. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, будет интересно. Всегда стараюсь снимать для вас ролики. Ну давайте, всем пока.